Тим часом ми сьогодні запросили Олю Аношкіну, яка є юристом такої волонтерської групи, яка допомагає Восток СОС, яка допомагає всім, хто це стосується і переселенців, і людям, які потребують певної допомоги. Гаряча лінія працює в рамках Восток СОС. Але ми хочемо говорити про це не зовсім зрозуміле питання: що ж далі з бюджетниками, з людьми, які отримують пенсії, залишилися на території, яку українська влада не контролює, і що буде з ними. Цим я нагадаю, що розійшлася медіа, така непроста заява про те, що Україна просто припиняє платити пенсії громадянам, які залишилися на громадянам України, які живуть на території, де українська влада не функціонує. Була різна дискусія, якісь за і проти, але з'ясувалося, ситуація зовсім інша. Там є певна процедура, вона і непроста, і нелегка. Олю, вам слово, розкажіть просто, що ж насправді відбувається. На самом деле виплата пенсії, звісно, не прекращена, но було прийнято постановлення Кабінету міністрів України 595, яке передусматриває определену процедуру переводу пенсії. Она предусматривает то, что человек для того, чтобы получать пенсию, не только пенсию, а любые социальные выплаты, социальные пособия, должен быть зарегистрирован как переселенец. Раньше этого не было, человек мог просто прийти в Пенсионный фонд Украины и написать там заявление о переводе пенсии. Сейчас он должен еще быть зарегистрирован как переселенец. Это не означает, ну, речь не идет о прописке или о каких-то таких вещах, а речь идет о том, что человек должен прийти в Управление труда и соцзащиты населения и там встать на учет. По сути, я думаю, что это делается для того, чтобы, ну, эффективнее вести учет переселенцев. Это действительно нужно. Чем больше мы будем знать о том, сколько их, тем будет проще просто им помогать. Но есть определенные трудности. И это трудности именно для людей, которые остаются в зоне АТО, которые решили по каким-то причинам пока не переезжать на территорию освобожденную. В основном сложность заключается в том, что... По сути, Управление труда и соцзащиты населения не должны таких людей регистрировать как переселенцев, потому что есть еще одно постановление Кабинета министров, их сейчас очень много приняли, 509, которое регламентирует постановку на учет. И там сказано, что переселенцами, зарегистрированные как переселенцы, могут быть люди, которые постоянно проживали на территории проведения АТО и переместились из нее. То есть, по сути, для того, чтобы человек был зарегистрирован как переселенец на законных основаниях, он должен выехать из Донбасса, он должен выехать из районов проведения АТО. Сейчас у ТЗСН идут по такому пути, что они регистрируют людей, которые перемещаются в том числе и внутри районов проведения АТО. То есть они не обязывают людей обязательно выезжать. Но тем не менее это применяется, ну, во-первых, возникает коллизия в законодательстве, во-вторых, это применяется управлениями труда и соцзащиты населения не всегда одинаково. То есть некоторые управления говорят о том, что да, мы регистрируем и выдают справку переселенцу, а некоторые говорят, что нет, это не соответствует законодательству, у нас есть звонки, когда людям отказывают в том, чтобы выдавать такие справки. Соответственно, те люди, которым отказали в этом, они просто не смогут перевести свою пенсию. Где такую довідку треба брати? В управлениях труда и соцзащиты населения, район. В районных. Да, но по законодательству ее должны выдавать людям, которые переехали из районов проведения АТО. Там, в Харьков, Днепропетровск, куда угодно. Они должны находиться не в Луганской, не в Донецкой области. А если они поехали, например, из Луганской области, вот, видите, там, из Луганска в Лисичанск, где есть украинская влада, это так уже рассчитывается? По законодательству им не должны выдавать такую справку. То есть законодательство таким образом, постановление Кабинета министров 509 написано таким образом, что они должны выехать. Им не должны выдавать эту справку. Но во многих управлениях труда и соцзащиты населения, даже в Лисичанске, да, к примеру, ее выдают. А в некоторых не выдают. То есть это не соответствие действий управления труда и соцзащиты населения, с одной стороны, законодательству, с другой стороны, распоряжением, ну, распоряжением, по сути, самого Кабинета министров. Оля, я зрозуміла, намагаюсь зрозуміти, але я розумію, що людям, які десь живуть там, де електрика часом навіть не працює, да, взагалі мені тут важко з вами зрозуміти, що робити, але теоретично. Є закон, є де-факто і там де-юре. Де-юре. Виходить, чи я правильно зрозуміла, що люди, які живуть на тій території, яка контролюється ЛНРівцями, ДНРівцями, і там лишаються жити, вони, по ідеї, не мали би права. Але технічно вони можуть приїхати і зареєструватися. Технически, ну, если они переезжают
на территорию неоккупированную, освобожденную, я имею в виду, выезжают из Донецкой и Луганской области. У них проблем не возникает, они, как правило, получают справку. Если они переезжают внутри Донецкой и Луганской области, там, предположим, в Мариуполь, в Северодонецк, который находится под контролем Украины, и, по сути, там работают управление труда и соцзащиты населения, и там им могут выдать эту справку о том, что они являются переселенцами, но могут и не выдать. То есть управление труда и соцзащиты населения в данном случае действуют не одинаково. Разные управления в разных районах не всегда действуют одинаково. Я единственное зрозуміла ключове, що насправді люди, держава не урізає цей бюджет, але це стосується пенсіонерів. А як щодо бюджетників? Бо бюджетники є різні. Це вчителі, які ну, мають, можуть займатися, там, ну, тобто пенсіонери – це така, такі люди, в яких немає іншого достатку, що б ти не зробив, і вони громадяни України, це якби обов'язок, їхнє право. Є вчителі, є викладачі, є медики, але є, наприклад, міліціонери. Угу. Яких категорій населення це стосується? Це стосується пенсії, і що взагалі відбувається з бюджетниками? То, о чем я сейчас говорила, это касается переведения пенсий и пособий. Это же постановление 595, вот, которое говорит о том, что теперь для переведения пенсии и пособий человек должен получить справку переселенца, оно также регламентирует то, что учреждения бюджетные до 1 декабря должны быть переведены на, из оккупированной территории на территории освобожденные. По сути, вывезены из Донецкой и Луганской области. И тогда люди, которые там работали, начнут получать зарплаты. Ну, они начнут получать зарплаты, и те недополученные зарплаты, которые были, будут им выплачены. Вот. Ну, то есть это, по сути, касается только тех учреждений, работников тех учреждений, чьи предприятия будут вывезены на освобожденные территории. А до цього, от мене питання, це ж вже кінець листопада, там фактично така ситуація вже триває місяці, так? До цього як взагалі це все відбувалося? Як вони отримували ці гроші? Чи не отримували взагалі? Очень многие просто не получали. Примерно с июля месяца госказначейство прекратило в некоторых городах, которых в то время были, ну, которые находились под правительством ДНР и ЛНР, они просто прекратили соцвыплаты, прекратили выплаты пенсий, прекратили выплаты зарплат бюджетникам. То есть люди вообще не получали ни зарплат, ни пенсий, ни выплат. Тогда люди, вот пенсионеры, люди, которые получали соцвыплаты, просто таким сарафанным радио путем звонков своим соседям, звонков своим друзьям и родственникам приняли определенный алгоритм действий. Они переезжали на один день, к примеру, переезжали на территорию в тот город, который находится в Донецкой области, который сейчас находится под контролем украинской власти. Там они приходили в пенсионный фонд и писали, к примеру, заявление о том, что они хотят перевести свою пенсию. И возвращались назад, в свой город, в котором сейчас там бомбят, в котором идет война, к примеру. Они просто, ну, выезжали на один день, переводили пособие и возвращались назад. Вот, не выезжая таким образом. Сейчас они, по сути, ну, будут этого права лишены. То есть для того, чтобы им переоформить это пособие, им нужно будет сначала получать справку переселенца, выезжать в какой-то город, где это можно сделать, и потом писать заявление о переводе своей пенсии. И не факт, что они смогут эту пенсию получать, если они вернутся в свой вот оккупированный город Донецк. Ну, я додам, что мы стикалися с такими людьми в разных местечках, бачили эти черги біля банкоматов, да. Ще певні речі. И в чем там еще было питання, что дуже складно насправді. Це треба пройти блокпост ДНР, блокпост український. Там нормальне транспортне сполучення, воно інколи є, інколи його немає. Інколи там стріляють, інколи автобуси скасовані, там з бензином проблеми. Тому насправді, якщо это так легко звучит, это дуже-дуже нелегко навіть такий крок здійснити. Это очень сложно, и вот сейчас этими постановлениями правительство, по сути, усложняет людям получение пенсий, пособий, ну, о зарплатах речь вообще как бы не идет. Вот. И вместо того, чтобы сделать, ну, какие-то прозрачные, всем понятные алгоритмы, оно дополнительные проблемы создает. Ну и плюс, в общем-то, людям приходится врать правительству. То есть, когда они приезжают из Донецка в Мариуполь для того, чтобы переоформить свою пенсию, они указывают свой фактически
должны указывать свой фактический адрес проживания, новый, там, в Мариуполе, к примеру. Но они, если они выехали на один день, они просто врут. Они говорят, что они будут оставаться в Мариуполе и будут жить там. На самом деле они возвращаются в свой Донецк. Вот. И, конечно, ну, это неправильно, что людей заставляют это делать. То есть гораздо проще было бы там, открыть какие-то пункты в городах, которые сейчас находятся освобожденные, где люди могли бы, вот те, которые не собираются выезжать из Донецкой и Луганской области, где люди могли бы просто переоформлять свои пенсии. Ли, вы можете сказать, про какую кількість людей йдеться? Ну, я не могу сказать точные цифры, но на самом деле очень большое количество людей просто не выезжают из Донецкой и Луганской области, именно потому что они, ну, понимают, что у них нет жилья, что им государство жилье не предоставит, что волонтерские организации, которые занимались поиском жилья, сейчас, ну, гораздо меньше у них есть предложений. Вот наша организация, например, уже, ну, честно и открыто, мы давно говорим, что мы не можем найти жилье в Киеве, во Львове и в крупных городах, что это просто невозможно. Вот. Поэтому, ну, по сути, сейчас государство, у него, оно не взяло на себя обязанность централизованно всем переселенцам предоставлять хоть какое-то временное жилье. Некоторые люди получают, но большое количество просто не имеют жилья, они должны его снимать, но для этого нужны, естественно, деньги. Ну, да, поэтому они остаются и не выезжают. То есть, для того, чтобы переехать, треба кошти и треба мати, куди переехать. Організованої кампанії, системи того, чтобы люди переехали з зони бойових дій чи з окупованих цих територій, фактично немає. У мене питання, людей нет. Як до юриста, не виплачуючи пенсії людям, які живуть на території України, яку ми визнаємо територію України, які закони ми порушуємо? Що порушується? Законы действительно нарушаются, но тут вопрос немножко не в том, что государство отказывается эти пенсии выплачивать. Да, принят ряд законодательных актов, по которому государство выплачивает эти пенсии. Вопрос в том, что для перевода этих пенсий сейчас сделаны, ну, искусственно, я считаю, сделаны препятствия. Вот, сделаны такие условия, когда это будет делать, ну, переводить эти пенсии будет достаточно тяжело для этих людей. Оля, вы сами скрыли. Риму, так? Ви так само переїхали, а розкажіть, яка там? Там зовсім інша ситуація, це не стосується цієї законної постанови, все ж цікаво. Яка там ситуація з пенсіонерами? В чому вона, якби, нагадайте нам. Люди просто отримують пенсію, яку виплачує їм Російська Федерація. А ті, які залишили українські паспорти? Тоже. Так само отримують ту пенсію, яку їм Росія нараховує? Таких людей, да. Ну, то есть для того, чтобы крымчане оформили, ну, перевели пенсию, получали пенсию украинскую, они должны выехать на материковую Украину. Они не могут получать пенсию, находясь в Крыму. Ну, это просто невозможно. То есть таких механизмов не существует. С Крымом есть разница, он аннексованный. Те территории, которые есть Луганская и Донецкая область, там, в принципе, еще такая совсем, все-таки, інша ситуация. Так. Да, ситуация другая. Ну, тому що, якщо не платять їм українська держава пенсії, хто їм їх платить? Ну, їм їх, як правило, ніхто і не платить, але у нас на гарячу лінію там поступали дзвінки, і ми знаємо, що правительство ДНР, к примеру, іноді виплачує пенсії. Тобто вони просять людей, ну, щоб пенсіонер написав заявлення, що він хоче отримати пенсію в ДНР. Вот этот человек пишет заявление, его еще просят с ним сфотографироваться для чего-то и выплачивают вот какую-то небольшую пенсию. Эти выплаты нерегулярные, откуда берутся деньги на это, ну, это вопрос. Вот, то есть это не системная какая-то выплата пенсии, это иногда вот такие случаи бывают. Чи розібралися ми з тим, що відбувається з людьми, які от весь цей час не отримували пенсії? Ми знаємо в таких містах, як, наприклад, Щастя, в Попасні, там ті казначейства були підпорядковані містам, які підпорядковані Луганську, і попри те, що це українська територія, люди не отримували гроші. Чи ви знаєте, якось вирішилася ця ситуація? Ну, це єдиний вихід, що чоловік має узнать, какой близлежащий к нему город, который находится под контролем украинской власти, и в котором, собственно, казначейство работает, в которое перечисляет деньги. Он в этот город выезжает и пишет там заявление о переводе пенсии. Тогда ему начинают эту пенсию выплачивать. Он может там остаться, может уехать назад в свой город. Ну, ему просто будут поступать эти деньги на карточку. Ще одна тема, яка цікава, перед цим попрошу показати сюжет, бо приходили і так само кілька тижнів назад тут була Олександра Дворецька, яка з вами також працює, і не тільки вона, яка говорила про
про це, ну, про ту вимогу прийняти нарешті закон про переселенців. Наступного дня Верховна Рада проголосувала за цей закон, але він досі не підписаний президентом, і толком ми не маємо якоїсь чіткої відповіді, не зрозуміли чому. Знаю, протести будуть продовжуватися, бо це питання тисячів, сотень тисячів людей, і була напередодні акція активістів, акція громадян України і переселенців, які опікуються цим питанням під адміністрацією президента України. Давайте його подивимося. Многі чиновники, включая администрацию президента, относятся к проблемам переселенцев как к игре. Вот сегодня мы продемонстрируем таким образом такие игры, которые играют чиновники свои политические, они влияют на жизнь. Переселенец может восстанавливать паспорт не в месячный срок, а это может длиться месяц, два, три. Поскольку большая часть работы миграционной службы не оцифрована, и поэтому переселенец ходит 3 месяца без паспорта. Соответственно, все это время у человека не может официально устроиться на работу, оформить какие-то пособия, пенсии. Он ходит по кругу для того, чтобы дожидаясь своей очереди. И тоже пройдя много-много-много инстанций, вы, если еще не умерли, то можете получить медицинскую помощь. Конечно, дойти до финиша нас переселенец может только, если все-таки закон будет подписан. Потому что на данный момент пока получить бесплатное жилье на полгода с условием оплаты коммунальных услуг может только после подписания закона. Просим его не нарушать Конституцию Украины, а принять закон. Потому что если закон не будет принят, то чувствую, что 800 тысяч переселенцев начнут занимать административные здания для того, чтобы искать себе место для проживания. Мы говорим о том, что переселенцам относятся как к фишкам на карте, которые можно передвигать в игре, играть ими, и не совсем их жизни относятся к реальным там, гражданам обычным. Сегодня акции мы требуем, чтобы президент подписал закон о переселенцах 4490А1, который он, в принципе, уже пропустил сроки, установленные Конституцией, для того, чтобы принять решение. На данный момент мы видим на Верховной Раде только одно замечание. Закон направлен на подпись президенту еще 24 октября. Но до сегодня 14 октября, ноября, и мы не видим его реакции, хотя только 15 дней у президента есть на то, чтобы принять такое решение. В том-то и дело, что все решает статус. Если у тебя будет статус, согласно законодательству, ты можешь требовать какой-то процедуры. Сейчас у тебя нет статуса законного, ты не можешь требовать процедуры, потому что ты такой же гражданин фактически, а юридически получается, ты никто в этом городе или в этой деревне. И поэтому естественно, трудоустроиться, скажем так, если будет закон, есть на какую норму опираться. Я когда попал в больницу, вот, ну это как раз было после президентских выборов, вот, и у меня была ретроградная амнезия, вот, потому что мне там по голове дали прикладом. Вот. И когда меня проведывали друзья, мне сказали, что президентом стал Порошенко. Вот. На что я спросил, а кто раньше был? Вот. Ну, потому что я не помнил. Вот. Друзья сказали, что Янукович. Вот. А у меня ощущение, что меня обманули, что на самом деле не было никакого президента. И нет, судя по всему. Вот. И люди вот эти вот стоят, просто охраняют эту страшную тайну, что на самом деле нет никакого гаранта, вообще никаких там конституционных прав и вообще ничего. Мы думали, что главная проблема у нас депутаты, на которые жаловались всегда, что там очень много старого парламента, который не хочет принимать. Но вот оказалось, что депутаты приняли закон, а президент его не подписывает. Что еще более удивительно, что администрация президента принимала участие в разработке этого законопроекта. Ми продовжуємо розмову з Ольгою Аношкіною, юристом такої волонтерської правозахисної організації, так, Восток-СОС, яка займається питаннями всього, що стосується Сходу нині.
дивилися, що відбувається з законом про переселенців. Він недосконалий, до нього є питання, але от в чому питання і що буде далі? Не підписує президент. Я думаю, що, судя по тому, що по той інформації, яка проходить в СМІ, для багатьох органів влади цей закон кажеться сложно исполнимым во многих аспектах. Что там насколько? Мне кажется, что именно поэтому он до сих пор и не подписан. Я думаю, что для власти сложнее всего то, что в законе содержится норма о 6 месяцах временного жилья, бесплатного для переселенцев, которые они обязаны будут предоставлять. А для людей с ограниченными возможностями это может быть даже больше. Это требует определенных затрат, и это действительно может быть там, сложностью. Хотя это такой необходимый шаг, без которого просто осуществлять нельзя. Но в законе существует еще очень много норм, довольно хороших и очень облегчающих жизнь переселенцам, очень облегчающих бюрократические процедуры, которые они вынуждены постоянно проходить. И это те нормы, которые не требуют абсолютно никаких затрат. То есть они не требуют дополнительных выделения дополнительных денег из бюджета. Это, например, счет. Как этот закон полегшит життя и чему он такой критичный сейчас, его принятие? Ну, вот то, о чем я говорила конкретно сейчас, облегчение каких-то бюрократических процедур, это касается процедуры увольнения людей, которые на самом деле выехали из Донецкой и Луганской области, сейчас живут не на оккупированной территории, но они не могут до сих пор уволиться. А то есть они работали в какой-то компании? Ні, вони не можуть, бо туди не можна доїхати, щоб їм поставили печатку якусь там. Може бути так, або може бути, це підприємство на самом деле вже давно не существує, і його взагалі нет, і знайти їх роботодателя, і знайти відділ кадрів з печатью, це просто нереально. Це, казалось би, мелочь, але вона создає чоловіку, який переселився і хоче почати строїти якусь нову життя, вона создає кучу проблем. Наприклад, чоловік не може отримати статус безробітного, чоловік довгий час не мог устроїтися на нову роботу офіційно з трудовою книжкою. Тобто предлагалось, єдине рішення, которая предлагалась государством, это работайте по совместительству или работайте по гражданско-правовому договору. Ну, это, конечно, порождает еще массу проблем для человека. И не все работодавцы готовы на такой далеко крок. Не все. Ну, вот бюджетные предприятия, конечно, они на это не готовы. Для них это что-то новое, и они не знают о том, что вообще там... Какие еще? Что там есть, что гроши из бюджета не предбачают, а может, снова же таки, вот... Так вот, эти процедуры увольнения там очень сильно упрощены, и это не требует никаких денег. Процедуру закрытия предприятий, процедура перерегистрации физического лица предпринимателя, к примеру, тоже очень сильно упрощены. Этим законом вводится учет переселенцев, который, собственно, сейчас уже постановлениями урегулирован, да, и учет происходит. Он тоже не требует каких-то особых средств, требует, конечно, там... компьютеров, возможно, каких-то чуть больше для управления труда и соцзащиты населения. Но, тем не менее, этот учет есть. Он упрощает процедуру регистрации. Я имею в виду регистрации временного проживания и процедуру регистрации постоянного проживания. То есть в законе это прописано очень хорошо. Человек получает справку о том, что он встал на учет как переселенец, и с обратной стороны просто этой справочки ему могут поставить регистрацию, временную регистрацию его проживания. Это может быть, если у него есть какие-то родственники, которые тут живут, или документы, подтверждающие право собственности на жилье, ему могут поставить эту регистрацию, либо это просто адрес отдела миграционной службы или управления труда и соцзащиты населения, в которое он обратился. Оказалось, что цей закон, были такие разговоры, что он не є досконалим, в нем есть какие-то там вади, какие они, чи вже немає різниці, або був якийсь-небудь? Ну, откровенно говоря, этот закон довольно хороший. То есть я бы не сказала, что в нем есть какие-то такие вот кричащие вещи, которые нужно срочно урегулировать, нужно их как-то решить, а этот закон их просто обходит. В принципе, основные потребности людей в нем учтены. Единственное, что он, конечно, никаким образом не регламентирует и не решает проблему трудоустройства, но я не думаю, что это можно сделать законодательно. А по сути он говорит о жилье, он регулирует те бюрократические процедуры, которые люди должны сейчас проходить, облегчает процедуру, все процедуры, связанные с пропиской. Закон хороший. І от для того, щоб його підписали, це тільки підписа президента бракує? Так. Не достает именно подписи президента, и, в общем-то, у нас есть подозрение, опасение, что, возможно, этот закон будет ветирован, или в него будут внесены такие изменения, которые просто сделают его пустым. По сути, мы сейчас не видели окончательного текста, потому что мы видели только законопроект, в который потом были внесены правки с голосом. Каким будет этот окончательный текст, останется ли в нем... суть, останется ли в нем то хорошее, что в этом законе заложено, это большой вопрос.
А є, я знаю, будуть протести. А є якась альтернатива, окрім того, що це може підписати президент? Ну, это должен подписать президент. То есть тут должна быть подпись президента. Что будет? Я чула, что будут далее певні такі акції перед. Ну, конечно, мы будем требовать того, чтобы закон был подписан все-таки. Якої кількості людей це стосується? Чи знаєте ви? Ну, примерно, ну, как бы по официальным данным, это около 250 тысяч переселенцев, на самом деле их гораздо больше. Ну, я ще додам, що так, ООН зараз сам опублікувала нові цифри, це близько півмільйона українців, які вони зареєстрували чи якось зафіксували як переселенці. Питання в тому, що у людини, якщо немає жодної, ну, не те, що вигоди, жодної причини реєструватися, звісно, це певні бюрократичні складності, тобто йти в якусь установу просто, щоб зареєструватися, якщо це не, ну, дає якоїсь гарантії хоча б звільнитися, так? Зараз такі причини є. Зараз у людей є причини для реєстрації. Це допомога адресна, яку виділяє правительство. І перший шаг для того, щоб отримати цю адресну допомогу, це 442 гривні для трудоспособних і 890 гривень для нетрудоспособних. Для того, щоб... На місяць? Да, в месяц, на протяжении 6 месяцев. Ну, там есть еще свои нюансы, вот. Но для того, чтобы получить эту адресную помощь, человек должен зарегистрироваться, это, конечно, является стимулом. Ну и вот то, о чем мы говорили в самом начале, это постановление 595. Государство придумало еще такой стимул, что человек не может перевести свою пенсию или свое пособие, если он не зарегистрирован как переселенец. Ну. Ну, тож, такі, ну, будемо дивитися, що буде на тижні, і це вже не у вас запитувати. Дякую, що роз'яснили, і будемо ми знати, які питання треба вирішувати, які, ну, тобто, що далі робити. Я знаю, вам телефонують, ми трошечки там, в принципі, підсумуємо, так, що теоретично люди можуть виїхати, можуть зареєструватися, з це якщо стосується виплати пенсії з тієї зони, де ведуться бойові дії, яка не контрольована українською владою, є певна процедура, її по-різному використовують. Ну і так само ми чекаємо на підписання закону про переселенців, як підписання якого залежить винятково від президента України. Це була Ольга Аношкіна, юрист організації «Восток СОС». Дякую дуже.